вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – «Є хліб, є життя». Ще четверга ми говоримо про кращі здобутки кожного району Миколаївської області. І сьогодні черга Братського району. Тож, друзі, до нас завітали представники Братського району. Начальник відділу культури Братської райдержадміністрації Олена Бубаренко, керівник Народної студії образотворчого мистецтва «Джерельце» Віктор Хізніченко і директор централізованої бібліотечної системи Світлана Недашківська. Як бачите, друзі, ми сидимо в оточенні дуже красивих картин. Ви зараз дізнаєтесь, кому належать ці картини, і подивіться, які красиві гості приїхали до нас в студію і зараз увійшли і в ваш дім. Друзі, доброго дня! Дуже рада вітати вас. Ви такі світлі, красиві люди. І, звичайно, мені здається, що і життя навколо вас теж стає світлим і красивим. Олена Олександрівна, будь ласка, ви очолюєте відділ культури Братської райдержадміністрації. Звичайно, що саме скрізь ваші руки проходять усі здобутки культури Братського району. Будь ласка, розкажіть. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вас приветствует Братский район. В первую очередь хочу сказать, что Братский район – это очень красивый край с плодородными землями, с трудолюбимыми людьми. И, конечно, у нас есть свои достижения. Ну, культура на сегодня... У вас есть свои высоты, до которых не дотянулись еще другие районы, не только районы, но, может быть, даже в какой-то мере и страны. Мне что-то подсказывает, что так оно и есть, Елена Александровна. Мы стараемся идти вперед, естественно. На сегодняшний день культура Братского района состоит из 30 клубных учреждений, один из которых районный дом культуры, прекрасные, 26 библиотек, 2 районные для взрослых и для детей, один историко-краеведческий музей имени нашего земляка Михаила Радкевича, 5 у нас общественных музеев, один со званием народный, детская школа искусств и народная студия «Родничок» изобразительного искусства, руководитель которого сегодня у нас в студии. Есть свои, конечно, высоты, которых мы достигли за эти годы. В 2014 году отрасль культуры Братского района заняла первое место среди районов области. В 2015 году мы взяли второе место. Ну, есть еще к чему стремиться. Мы стараемся, нашим позитивом заражаем людей. У нас работает 37 на сегодняшний день коллективов художественной самодеятельности. Очень много талантливых людей и коллективов. 8 из которых носят почетное звание 7 народного и 1 образцовый детский коллектив. Это 7 народных коллективов? Да. Для одного района, мне кажется, это очень весомое количество. 7, друзья мои, представляете, 7 народных коллективов в одном районе. Здорово, правда? Ну, в планах есть еще появление народных коллективов. И у нас сейчас, дорогие телезрители, есть возможность посмотреть собственными глазами, как проходит культурная жизнь Братского района. Давайте посмотрим вместе. Thank you.
сейчас с вами посмотрели фотографии культурной жизни района. Но самое интересное, знаете, прямой эфир – это свои пикантности и свои неожиданности. Это был ролик не наших гостей Братского района, а это был ролик о культурной жизни Еланецкого района. Но ничего не бывает просто так. Знаете почему? Потому что сейчас Светлана Александровна говорила о том, что они не боятся высот и стараются достигать все высших и высших высот. И поэтому, глядя на культурную жизнь соседнего района, Еланецкого, я думаю, Елена Александровна, у вас как-то вы подтянулись внутренне, сначала растерялись, потом подтянулись, но это напомнило о том, что расслабляться нам нельзя, правда? Ни в коем случае. Будет повод приехать еще раз к вам и посмотреть. И не один, и не один, да. И еще, Елена Александровна, дело в том, что не только как-то Братский район, он какой-то вот Еланецкий район, мы посмотрели, он красивый, так, милый и замечательный, но сегодня наша речь о Братском районе. И кроме такой активной культурной жизни, как-то сама природа способствует тому, чтобы вы развивались и были красивыми. Да. Действительно, так и есть, потому что на территории Братского района проходит часть национального заповедника Бугский Гард. Одна из частей – это Петропавловский каньон, прекрасное место, куда осенью, весной приезжают николаевские художники на этюды. Живопись очень прекрасная. И также туда приезжают туристические группы для того, чтобы заниматься скалолазанием. Ух ты, скалолазание. Да. Также у нас есть... Для этого не надо ехать в Швейцарию, можно поехать просто в Братский район. Причем на территории именно этой зоны растут такие растения, которые занесены в Красную книгу. Да. Также у нас есть на территории в селе Лесовом каменный грот, в котором такое, знаете, целебный родник. И говорят, что раньше там влюбленные признавались друг другу в любви, то есть способствовала природа это тому, что вот такие отношения какие-то завязывались среди молодежи. Рядом находится оздоровительный лагерь для детей, Лесоваказка. Само название говорит о том, что это действительно сказочное место. Там прекрасное озеро, прекрасная природа. Сейчас там идет полная реставрация, и в этом году уже дети будут приняты в оновленном таком помещении. Очень здорово. И сейчас, друзья мои, я бы хотела еще, чтобы мы все-таки коснулись еще одной области, совершенно потрясающей, совершенно удивительной, без которой, в принципе, и прожить не можно, невозможно. Это область книг. И Светлана Богдановна, она королева книг. Да, Светлана Богдановна? Правда? Расскажите. Ну, наша централізована бібліотечна система складає 26 бібліотек, як вже казала Олена Олександрівна. Це дві районні бібліотеки для дорослих, одна для дітей і 24 бібліотеки філій. Працюємо ми в гарному приміщенні, побудовано воно спеціально під бібліотеку. Проект був привезений аж із півночі, тоді ще начальником відділу культури Надії Миколаївної Хілобок. Побудовано дуже гарне приміщення з великими вікнами, велика площа, просторне в нас приміщення. Є де, так сказати, працювати. Працюємо ми над реалізацією обласних, районних, всеукраїнських та бібліотечних програм. Проводимо безліч масових заходів. Нашими натхненниками в цьому є наше обласне керівництво, це і обласна бібліотека імені Гмирьова, і обласна юнацька бібліотека, і обласна бібліотека Лягіна для дітей. Ну, ми намагаємося черпати все нове, втілювати в життя, не сидіти на місці, щоб наша бібліотека була не тільки місце, де можна просто прийти і взяти книжку, а працюємо над тим, щоб можна було прийти відпочити, там, подивитися щось цікаве, такі мастер-класи. Тобто наприклад, в стінах бібліотек створені своєрідні клуби. Є в нас і два клуби. Це «Надвечір'я» і «Оберіг», куди приходять люди і займаються... Ну, там, черпають інформацію якусь і також займаються своїм любимим ділом. Ну, можуть там і повишивати, і поспівати,
І багато в нас дуже проводиться презентацій книг для людей цих клубів і для користувачів бібліотеки взагалі. Світлана Богданівна, до речі, про книги. Зараз існує дуже велика проблема. Вона полягає в тому, що діти не хочуть, не бажають читати книги. Коли ви зіткаєтесь з такою проблемою, як ви її вирішуєте? Як ви доводите до дітей, що книги все ж таки треба любити читати? Ну, я можу з вами не погодитись. Ми коли проводили соціологічне дослідження, да. Тобто, коли ми проводили Діти Братського району люблять? Діти дуже люблять читати. Друзі. У нас двері бібліотеці не закриваються. І за того, ну, мабуть, за того, що ми проводимо таку роботу, щоб дітям було цікаво. І з елементами гри, вікторин, з призами. Для того, щоб дітям хотілося йти в бібліотеку. Вони йдуть до нас з задоволенням на наші масові заходи. Там щорічно проводиться конкурс «Кращий читач» 2015 року. Ми їх нагороджуємо грамотами, подяками за те, що вони потім приводять з собою ще по 2-3 чоловіка. От вони прийдуть, розкажуть, що ось нам грамоту в бібліотеці вручили. Дітки ще приходять, там теж намагаються більше читати для того, щоб теж отримати якусь нагороду. А крім того, коли ми проводили соціологічне дослідження, то діти сказали, що їм краще читати живу книгу, а не в електронному вигляді, тому що вони заморюються очі, а книжку можна потрогати, понюхати, відчути її на дотик, на запах. І так, то у нас таких проблем немає, у нас діти читають. Це дуже-дуже приємно чути. Тим більше книга дійсно кращий друг. Правда, друзі? І, Світлана Богданівна, у вас є можливість подякувати усім, хто допомагає вам створювати такі умови. Так, да, я дуже хочу подякувати нашим спонсорам, нашим меценатам, які нам допомагають і в поповненні книжкового фонду, і матеріально-технічну базу нам допомагають трошки. Ну, як підтягнути, це Олександр Олексійович Казарін, Олександр Миколаївич Мєзнік, Олександр Васильович Бачин, Віктор Іванович Степанов. І користуючись нагодою, це наші основні спонсори, Ігор Паладі. Є в нас багато ще, ну я так в прямому ефірі можу когось пропустити, але це я назвала людей, які нам найбільше допомагають в нашій. Спасибо. Так що, користуючись нагодою, я хочу вам висловити велику подяку і доземний уклін всім, хто нам допомагає. Тому що гроші, вкладені в культуру, вони потім вертаються сторицею, і наш народ стає мудрішим, добрішим. Ну і все в нас буде добре. Ну, звичайно, і тим більше, що відсутність культури, вона порождає жорстокість, да, і різноманітні такі погані проявлення в суспільстві. Угу. Друзі, у нас є ще один гість, якого я вам задоволенням представляю. Це Віктор Володимирович Хижніченко. Він керівник образотворчої народної студії «Джерельця». І тим більше, що він сам художник, і картини, які зараз ви бачите, вони належать саме його пензелю. Віктор Володимирович, будь ласка, тож про вашу народну образотворчу студію. Як у вас справи в цієї галузі? Наша студія, ми відкрили студію далеко в 80-му році. При помощи тодашнего председателя колхоза, там, Куцовский Дмитрий Иванович, тодашние работники, руководители ОНМЦ. Инициатором вы явились открытие, да, этой, да, студии? Да, я являлся инициатором, но при их помощи, конечно. При помощи ОНМЦ тодашние председатели Ананьев, методистам Малина, они мне помогли создать вот это, открыть вот эту студию. В 84-м году мы получили звание народное. Уже в 84-м, да, году через получили? Да, через 4 года мы получили звание народное. Но как это появилось, так как я по образованию учитель рисования и работая в школе, я заметил, что есть очень много детей талантливые. И школьная программа не позволяет вот это открыть свои таланты. Да? И поэтому мы создали... Значит, в настоящее время у нас
занимаются 30 детей. Это у нас две группы. Есть младшая группа, есть старшая группа. Сейчас, Виктор Владимирович, вот показывают картину. Это же ваша картина, да? Да, да. Телезрители, смотрите. Ну, правда, хочется даже вернуться в зиму, глядя на картину Виктора Владимировича. Вы с натуры писали? Да, да. Это... Вот посмотрите, да. Мы не смогли посмотреть ролик Братского района, а вот посмотрите, какая красота. Виктор Владимирович, ну, что значит настоящий мужчина? Сразу все, решил все проблемы. Извините, что я вас перебила, но просто очень красивая. Есть у нас старшая группа, взрослая группа, которые люди работают на производство, но... приходят к нам в студию, получают... Старшая группа – это, то есть, уже взрослые? Есть еще детская, или... детские две, младшие, старшие, но есть взрослые, те люди, которые работают на производстве, но для консультации но приходят... Но чувствуют, что в душе художники, да? Да, приходят к нам, это самое, в студии. Занимаемся мы рисунок, живопись, композиция, декоративную роспись. И что самое больше я хочу подчеркнуть, что... обучение у нас бесплатное. Материалы для обучения. Да, материалы для работы бесплатно. Это все благодаря базовому хозяйству под руководителя Басина Александра Васильевича, председателя сельского совета Ординского Леонида Борисовича. То есть все, что нам надо для работы, мы у них. Они нам помогают. Плюс того, отопление, помещение, это все, выезды, все, выставки, это все благодаря им. Да, если учесть, если телезрители хоть когда-то сталкивались с работой именно художника, и ваши дети учатся в студиях, вы знаете, как это дорого, как это безумно дорого, и картины, и краски, и кисти, и полотна, а у вас бесплатно. У нас все это бесплатно. То есть приходи, работай. Просто учись. Только работай. Только работай, только учись, это да, работай. О, очень много, очень важно то, что я, они, когда я работаю, они все смотрят на меня. Смотрят, как я работаю. И они, конечно, есть и минус, потому что они повторяют меня, они копируют меня. Но как каждый ученик похож на своего учителя. Поэтому... Ну, можно сказать, что вы собственным примером даете вдохновение детям для творчества. Но тут есть еще один нюанс, Виктор Владимирович. Когда художник работает или творческий человек, в принципе, должна быть создана атмосфера тишины. Да какая там тишина? Нет? Если сидят там, допустим, 20 глаз и смотрят на тебя, вот это все. Ну, вам это не мешает работать? Нет, ну, как учитель это не мешает. Ну, судя по вашим картинам, да. Совсем не мешает. А вот сейчас картину мы какую видим? Это ваша картина? Это детские работы, я привезу детские работы. Это детская работа. Это Боже, работа посмотрите, телезрители. Карандаша. Это соседнее наше село, потому что в нашем самое, в сельском совете 4 села, и к нам приходят из соседних селах, которые не относятся к Братскому району. Это карандаш, и, да? Да. И даже приходят на занятия из соседней области, Кировградщины. Так как вокруг нету больше таких, они родители привозят их до нас. Какие красивые у вас места, и какие замечательные картины рисуют и пишут ваши ученики. Ваши ученики, да, есть. Конечно, понимаете, наша задача не воспитывать из них художник, именно профессионалом, понимаете. Хай він работает на тракторе, хай він работает где, но если він в душе останется художником... Але якщо в душі він творча людина, то вона не здатна на погані вчинки, так? Ну, несмотря на это все, мы недавно сидели, считали, то 15 человек, которые пришли по моим следам уже. То есть и художники, есть дизайнеры, есть учителя рисования, это все наши выпускники. То есть ваши ученики разлетаются по всему свету, несут красоту. А ваши картины, Елена Александровна, вы говорили, что картины Виктора Владимировича выставлялись и в Америке, и по всему свету. В свое время, выставлялись и в Москве, и в Америке. Ну и всегда у нас в Николаевской области, в музее Верещагина очень часто выставляются. Ну и, конечно же, 22 числа у нас в Братском районе на социокультурной акции «Ехлип є життя» будет представлена персональная выставка мастера нашего, художника Виктора Хизниченко, и, скорее всего, и его студийцев. Да, так что мы вас приглашаем на месте посмотреть на очи все вот это. 22 апреля
в Братском районе, где, еще раз, пожалуйста, повторите, может быть, телезрители... 22 апреля в 12 часов дня в районном Доме культуры будет представлена персональная выставка художника Виктора Хизниченко. Так что приглашаем всех насладиться той работой, которую делает этот мастер. Увидя первый раз картины, просто потом не можешь отойти от такой красоты. Действительно, это браво нашему мастеру. Да, это очень здорово, когда вы правильно, Елена Александровна, сказали, что главные ваши достижения вашего района – это люди. Но мне кажется, не только вообще главное достижение жизни – это люди, потому что именно люди и создают такую потрясающую красоту. У нас есть 3 минуты до окончания эфира, и я думаю, что по минуте каждому гостю мы сможем дать. Давайте начнем со Светланы Богдановны, потому что она меньше всех говорила. Светлана Богдановна, о чем вы мечтаете, будь ласка, ваши мрії? Ну, звичайно, мрію про те, щоб бібліотека у нас виросла до такого, до європейського рівня, на чим ми працюємо, ну, завдяки підтримці наших партнерів соціальних. Я думаю, що ми досягнемо дуже високих висот. Це і, ну, і книжкові фонди збільшаться, ну і матеріальне забезпечення меблі, щоб були нові, бо тому що вже трошки старенькі. І все ж таки мені здається, що головна ваша мрія, щоб люди, діти, люди любили читати книги. Щоб любили книгу, да. Тоді, бо тільки та людина, яка читає, вона має образне мислення і розвивається. Віктор Володимирович, будь ласка, про що ви мрієте, крім того, що 22 квітня буде проводитися ваша персональна виставка, це дуже така відповідальність, але про ще мріє художник, справжній художник, справжній майстер? Ну, це було б банально, якщо я не сказав, що мріємо у мірі, в першу чергу, так? А второе, що побольше дітей талантливих, саме нам. І не забувати нас. Тому що буває іноді таке, що забувають про нас, про село, так як ми в селі. О. А чтобы кто не забывал про вас? Чтобы мы, например, не забывали? Ну, или конкретно? Нет, ну вот вы, давайте конкретно, не чтобы там в общем, а чтобы кто не забывал про вас? Не, ну чтобы область не забывала про нас. О, это уже ближе, да. Так. Хотя они и не забывают, потому что мы постоянно присутствуем на это все. И посещали наши выставки, потому что фантазия у наших детей бурлит прямо иногда. Так что приезжайте к нам. Обязательно. Елена Александровна, будьте добры. Как бы резюме. Резюме. Резюме нашего эфира. Братский район – это удивительный район, в котором проживают удивительные прекрасные люди. 22 числа, 22 апреля мы ждем всех на братской земле. Мы гостеприимно встретим. Ну, я горжусь тем, что мы работаем, живем в нашем братском крае. И есть такое четверостишье – наш край не дарма братським зветься. Тут люди різних націй, як брати. Нам весело працюється і живеться, бо дружньо йдемо до спільної мети. Спасибі вам, шановні гості, що ви приїхали з братського району до нас, що ви прикрасили наш ефір, що ви прикрашаєте життя. І, дорогі друзі, я думаю, що ви на власні очі запевнилися в тому, що добрі, красиві люди створюють добре, красиве життя. Це була розмова на тему. На все добре.